Всем большой привет! У меня сегодня хорошее настроение, просто замечательное. И я хочу с вами поделиться. Это связано, как вы видите, с оформлением моих картин. Ну, наконец-то я добралась до багетной мастерской, съездила и оформила несколько своих работ, которые у меня залежались в столе, в ящике. Первую картину, которую я вам показываю, это олень. Вышивала по набору Риолис, вышивка идет на крупной канве шерстяными нитками, три ниточки, крестик и полукрестик. Так, ну как вам показать поближе багет, чтобы не отсвечивало, минутку. Итак, я выбрала багет вот такого темно-орехового цвета. Вначале я планировала подобрать сюда паспорту, может быть двойное паспорту сделать. Но все-таки мне предложили вот такое решение. Идет здесь в виде паспорту еще одна рама. Получается две рамы. И, на мой взгляд, получилось очень-очень удачно. Очень интересно подчеркивает всю картину. Оформляла я в новой багетной мастерской для себя. Мне ее посоветовали. И это был мой первый поход. Я очень переживала, что как получится. У меня есть и негативный опыт здесь обращения в багетные мастерские, но тем не менее я надеялась и очень была рада готовому результату. То, что получилось, мне очень-очень понравилось. Там был очень такой ответственный молодой человек, который мне все помог подобрать, порекомендовал много интересных моментов. Вот этот олень отправляется на стену к другим моим животным. Очень всем понравилась картина, эти краски. Я давно мечтала его вышить, и вот я его оформила, просто несказанно рада. Но не буду долго задерживаться на этой картине, мне есть вам показать еще несколько картин. Следующая картина — это «Фиерозового сада». С данной картиной я участвовала в совместном проекте «Цветочные фантазии». Все ссылки я, конечно же, оставлю внизу, вы сможете зайти и посмотреть. Вышивалось очень легко, все мне очень понравилось работать с наборами от фирмы «Алиса». И мне предложили в багетную мастерскую вот такое вот оформление. Вначале я хотела выбрать тоже двойной паспорту, сделать какую-нибудь светленькую рамочку симпатичную. Но мне здесь предложили вот такую немножко ажурную раму. Мне всегда казалось, что это чересчур вычурно, и избегала я вот как бы таких рам, но данная рама сюда очень хорошо подошла, и она не настолько броская и кричащая. Внутренняя паспорту здесь тоже рама, вот такая красненькая. И у белого паспорту есть такие розовые просветы, за счет чего идет вот такое гармоничное сочетание. Я очень довольна, мне очень все понравилось. И, кстати, оформитель тоже, эта картина очень понравилась. Он говорит, здесь есть много эмоций. Да, она действительно не просто цветы, не просто какая-то феечка. Здесь есть вот какая-то чувственность, не знаю, как передать. Она привлекает к себе взгляды и внимание. Я ее повешу в зале. Поменяю немножко композицию картин. Сейчас весна, хорошая погода, и хочется всегда смотреть на цветы, на что-то прекрасное. Поэтому там, где у меня висели зимние птицы, они пока уйдут в другое место, буду я любоваться вот на такие прекрасные розы. Ну, давайте я вам представлю еще и третью картину. Ну и третья картина, которую я оформила, это, конечно же, Мэгги Рукодельница. На данный момент это моя жемчужина моей коллекции вышитых картин. Вы себе не поверите, когда я ехала оформлять эту картину, я очень хотела какой-нибудь такой ореховый багет с небольшими вкраплениями. Хотела двойную паспорту. И когда я приехала, и мы стали смотреть и выбирать, я нашла вот именно то, что мне хотелось. Вот такой вот багет. Он как бы из себя не представляет чего-то такого яркого, но мне нравится эта фактурность, эти небольшие вкрапления
и оттенки от темно-коричневого до красновато-коричневого, которые играют в этом багете. И очень здорово, мне кажется, сочетается с мебелью на картине. К сожалению, вот мне очень сложно вам показывать, бликует, поставила совершенно обычное стекло, чтобы не скрадывать краски, и поэтому сейчас снять очень-очень тяжело. Но саму картину вы знаете, я пытаюсь сделать акцент вот именно на багет, показать, какое оформление я выбрала. Вот внизу идет темно-такое коричневое паспорту, светло-бежевое и вот такая рама орехового цвета с вкраплениями. Очень красивое оформление, я довольна. И эта картина будет висеть у меня над моим рабочим столом, над моим рукодельным столом. И, конечно же, вышиваю я в пару к Мэгги и Макса, которые, я надеюсь, тоже оформить в такой же багет, чтобы это была пара, но не просто пара кошек, а я в них вижу как бы равновесие мужского и женского, инь-янь, хороший фэн-шуй, приятные картины красивые. Ну и, конечно же, вот у Мэгги это наша тематика. Я даже на флаге написала там свое имя, как будто это моя комната. У меня есть своя рукодельная комната, много разных вещей. А Макс будет уравновешивать женское начало, потому что там используется, в общем-то, показано мужское хобби. И я думаю, они будут вместе очень хорошо сочетаться. Вот такие мои новости. Я надеюсь, вам понравилось. Ну, хотя на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. У каждого свое представление об оформлении. Я просто показала вам то, как оформила я. Вот, каждый оформляет по-своему, конечно же. Поэтому спасибо вам за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Ну и до новых встреч. Пока!